приехали в больницу, в другую. Потому что в нашей больнице моего врача, который должен был принимать роды, заболел, что ли. И, возможно, только на следующей неделе выйдет. Решили не рисковать, поэтому нашли другую больницу. Приехали, а мне сказали, что рожать буду сейчас, сегодня. Остаемся. Будет кесарево сечение делать. Мы думали, что завтра, но, как оказалось, сегодня. Вот, из-за того, что у меня схватки, боятся, что я могу сама родить, а шейка матки может не выдержать. По этой причине будут оперировать сегодня меня. С утра то, что съела, все вырвало. И до сих пор голодная. Сейчас уже время, где-то обед, час, наверное. Так что сказали, что я теперь только завтра съем что-нибудь. Голодная, кушать хочу, но ничего нельзя, сказали. Скажу после того, как уже пройдет все, наверное, увидимся. Потому что у меня будет общая анестезия. Из-за общей анестезии ни муж не может присутствовать на родах, ничего, да, ничего не покажут. Сказали, все анализы только что сдали заново. И вроде быстро, в срочном порядке проверили, сказали, надо сегодня рожать. Вот, кстати, забыла сказать, что сегодня 14 декабря. Наш сын родится 14 декабря. Надеюсь, с ним все хорошо. Ну, по, судя по анализам, результатам КТГ, с ребенком все хорошо. И я чувствую, что он пинается. Ох, не знаю, как-то волнительно, неожиданно. Хотя мы предполагали, что нас оставят. Но я не ожидала, что это так быстро все равно произойдет. Везде бегают вокруг меня. И те медсестры с моими результатами, потому что мы приехали сегодня в новую больницу. И тут все вот суматохи все. Неожиданно я рожаю для них тоже. Хотя Дима пошел как опекун заполнять все документы за меня и за себя, в том числе, чтобы заселиться в палату. Вот, вот дородовая палата получается. Здесь мне делали анализы на ребенка, КТГ лежала. Кислородные какие-то баллоны, койка одна. Муж где сидит, где можно сидя, наверное, рожать или что тут. Родильные тут, короче, вон там коридор, там тоже есть несколько кушеток разные. Тебе сейчас покажу. Вот. Вот так выглядит. Нам только что объяснили, что мне нельзя общий наркоз делать, потому что я ела в 11:30 мандарина, а из-за мандарина могут быть реакции на наркоз общий. Буду эпидуральную анестезию делать, спинальную. Я буду в сознании, увижу ребенка, но Дима не сможет присутствовать. Ничего нельзя снимать, опять-таки. Сейчас будут еще что-то хотят сделать, проверку дополнительную, может быть. Может, до завтра останутся, если мы будем терпеть, а может, нет. Сейчас посмотрим. Будет эпидуральная анестезия, походу. Сейчас только что сделали тест на короду. Дима пошел покупать то, что нужно для ребенка, для меня. Что там нужно было, что у нас нету рядом. Вот. И ему тоже сделают корону тест. Потом нас определят в палату после родов. Вот так. Готов? Сегодня встретиться с малышом. Готов. У меня 3 часа будет операция, покажут нам его в 7 часов только через окошко. Хорошо, готов. Готов? Да. Я первое увижу все-таки, если у меня будет анестезия. Окей. Спинальная. Да. Приложишь на груди, да? Надеюсь. Здесь, по-моему, не мягкие роды подтекаются. Ну да, у нас в больнице были приемы после родов. Мне сделали кесарево сечение. Дали вот здесь вот, вот такой значочек информативный, что ребенок родился в этом году, 14 декабря, 3.06, весом 3.3. Вот. Живот болит, сейчас на животе какой-то камень поставили, на ноги тоже что-то сделали.
капельница. Болеть будут, сказали, нажимать на эту кнопку. Она просто подает раствор обезболивающего, да. Головой крутить нельзя. Поднимать нельзя голову тебе. Поднимать голову нельзя. Конечно, нельзя. Видимо, стошнит меня. Катетер тебе установили, завтра катетер снимут. Да, катетер ночевой установили еще. Голову не поднимай и желательно не крути. Полчаса прошло после того, как операция закончилась, до сих пор ног не чувствую. Точнее, чувствую, как холодно и как будто мурашки бегают по ней. Ну что, потихоньку чувствительность восстановится. Надеюсь. И непонятно. Но живот прям пульсацию хорошо чувствую. Ничего, операция, значит, когда была, вроде бы эпидуральную операцию делали. Но я вообще не слышала ни сына, мне его не показали. И вообще такое ощущение, что было, меня отключили совсем. Снотворное дали. Я отключилась. Просто. Ну, какие-то шумы были вокруг. И обратно приходила. После этого вырвала непонятно чем. И сейчас вот лежим. Это капельница. Диме показали сына. Вот так вот выглядит палата. Она совсем небольшая, невысокая. Я вот рукой достаю до потолка. Хотя у него рост невысокий. Да. Здесь вот кондиционер. Здесь вот такая маленькая комната, телевизор, вот стерилизатор для бутылочек, маленький холодильник. Здесь маленький вот такой диванчик. На котором будет сегодня Дима. Не только сегодня, но еще. Сколько дней? 4 дня, наверное. Может, я не буду 4 дня спать, а тут? Есть сарапчан. Есть туалет. Сарапчан, что это такое? Кто поет? Сарапчан. Ставчик. Отчан, точнее. Да? Такой вот туалет. Больно мне очень. Терпи, все уже. Девочки, поздравляю тебя. Я тебя с рождением сына. Я тебя тоже. О, да. Аня, намучагаю. Ой, говорю, намучагаю. Раз кушаю еду, буду кушать после операции кесарево сечение. И мне принесли просто водичку рисовую. Покажи, что там. Там риса нету. Здесь рисовый крахмал есть. Я в шоке, я голодная, 2 дня голодаю, сижу, и мне принесли водичку и редьку белую. Блин, я у других блогеров видела не такую еду. Второй прием пищи.
Был до этого в 12, сейчас в 5 часов вечера. Опять редька. В этот раз появился соевый соус. И в бульоне рис появился. Теперь не просто бульончик рисовой водичкой, от которой был. А тут уже немного вкуса появляются и краски. Наконец-то нормальный суп дает. Но его будут очень долго давать. Рис. Омлет яичный. Шпинат, по-моему. Также сейчас посмотрим. Кимчи белое. Не острое. И вот это посмотрим. Ой, не могу открыть. Вот открыла. Рыба, которую я не ем. Все остальное я съем с удовольствием. Вчера тоже практически такой же ужин был, но вместо рыбы такой была рыба на пару, по-другому приготовлена, и другая рыба была. Сейчас вот, вот такой вот. По-английски написали в корейской справке имя. Не стали переводить. Ну, правильно сделали. Не стали переводить. Да. Так что у нас Тян Маркусик. Да? Да, вот такой он. Моя страховка тоже будет действовать, если у меня страховка или на корейском написано. Ничего. Ты этот, маску что-нибудь еще не снимаешь? Не знаю, ко мне же заходили. Все, теперь. Да. Я очень боюсь, что этот ребенок заболеет, еще что-то такое, поэтому... Да, надо, пытаюсь... я предосторожность соблюдать. Да. Через два дня нас выпишут. Да, поэтому домой. Я и рада, а с другой стороны, немного переживаю из-за того, что у нас... Ты и рада? Я и рада, да. Или не Уфар? Угу. Лили. Лили? Угу. Я мама. Ты мама? Да. Поздравляю с новым статусом. Тебя тоже с новым статусом поздравляю. Спасибо. Ты папа. Спасибо. Сегодня нас выписывают с роддома. Заплатили мы за роддом 1 000 000. Сколько будет миллион, долларов? Примерно. Примерно минус 30%. Сколько это? Минус 750 долларов мы заплатили за то, что мы лежали здесь 6 дней. Вообще 7 дней лежали, мне кажется. Да, 7 дней, представляю. Мы 7 дней лежали здесь, ребенку, за ребенком ухаживали, 4 раза кормили меня и прокисарили. Вот. Капельницы различные, укольчики делали. Да, капельницы, укольчики, очень много было процедур разных.
для восстановления сделано. Вот. Как твои ощущения? В целом, я считаю, что здесь хороший врач-хирург. Кормят хорошо. Вкусно. Да. Медсестры тоже, в принципе, довольно заботливые. Вот, так что в целом, плюс есть русскоговорящий переводчик, так что в целом могу рекомендовать эту клинику. Да. А как тебе ощущение того, что ты сейчас первый раз, он первый раз своего сына возьмет в руки, ему не пока, только через окошко показывали, не давали. Ну, а я ходила на кормление. Ну, нормально, я столько детей на руки брал. Это твой сын вообще-то, а не столько детей. Ой, я думала, так кинулась, да? Конечно. Ладно, ощущение. Вот оно, счастье. Первый раз взял сегодня на ручки. Ой, такой маленький. Только что. Такая маленькая ручка. Да. Не бойся, они гибкие сейчас. Ой, да? Я тебе немножко расскажи, я маме животик понял, да? Да. Надо приподнять. Голову, голову, голову. Вот так же, да? На бок чуть, да? На бок, да. Шапочку убери. Нет, эту оставь. Ту убери. Вот. Нашла, деньги. Как тебе? Непередаваемое чувство. Да? Счастье. Счастье? Да, ты мой Маркусик. Наследник моего пропереженного дивана. Кого? Дивана старого. Какого еще старого? Пропереженного. Прооперированного? Пропереженного. Ага. Мама не понимает про шутки, но да. Я понял давно. Надеюсь, ты будешь понимать, смогу я с тобой над мамкой шутить. Да? Да. Толкать эти тележки. Да. 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 Бровей-то нет совсем, да? Носик у тебя на маме или на папу похож? Не знаю. Мне кажется, еще надо чуть-чуть ему время подрасти. Ну, ты уже спать хочешь, что устал?